Филиал Гомель-Шпалеры акционерного товариства ЦБК «Консалт» заключил договор с Всероссийским науково-доследчим институтом метрологии Санкт-Петербурга на проведение замеров промысловых выкидов предприемства. Как шакается, российские специалисты приедут у Гомель у наступным месяце. Одночасово на Гомель-Шпалерах проводятся работы по установке больше эффективных фильтров. Наши корреспонденты ознайомились с ситуацией. Стационарная крыница выкидов номер 149. Виновата так у экологов официально называется участок вытворчасти виниловых шпалер, выкиды из якого мають не вельми приемный пах. Починаючи с минулого года, контроль за ими ведется двойчы на тыдень. Вызначается концентрацию поветры шкодных выкидов. В 2018 году проведены более 1000 исследований по содержанию 5 загрязняющих веществ, конкрет, в том числе и формальдегида. Превышений практически не зарегистрировано, за исключением 5 дней исследования, когда регистрировались превышения. Эти превышения регистрировались в теплое время года, в июле и в августе. Для отримання больш об'єктивних даних контрольні заміри проводяться на нескольких кропках, починаючи з заводської труби. Менавіто у гэтым місці можна визначити реальні дані об промислових викидах. Отбор цих проб осуществляється через спеціальне технологічне отверстие в трубі. Це, значить, то, що ми говоримо, іменно виброси самого предприятия. Те измерения, которые производятся за пределами предприятия, это, значит, пробы берутся именно по атмосферному воздуху и определяют ту среду, в которой обитает сам человек. Это здесь уже выбросы не одного предприятия, а нескольких. В том числе налагаются, соответственно, и выбросы автомобильного транспорта. На самом предприятии так само принимают меры по ликвидации неприемного паху. У минулом месяце отбор проб на Гомель-Шпалерах провела лаборатория товариства «Экоцентр» с Курска. Разом с тем, керовництво филиала погаджается, некоторые решивы не доследовались по причине отсутности у Гомеля отповедных методик и обсталевания. По этой причине тут заключили договор с Всероссийским науково-доследчим институтом метрологии Санкт-Петербурга. У наступном месяце его специалисты проведут замеры забруживальных речевов, которые ранее не контролировались. А проша того, на предприемстве вырешили перейти на импортную сыровину, якая лишится наибольше экологично чистой для вытворчести шпалеров. Одночасово тут за уластный кошт установили новые фильтры, что уже зараз дозволило зменшить неприемный пах. Причем эта система будет модернизоваться. Подбором обсталявания для гомель-шпалеров занимается Белорусский державный технический университет. Испытываем новые материалы, которые нам дают ученые, устанавливаем их, смотрим, эффект все лучше и лучше становится. И мы не стоим на месте, понимаем прекрасно эту проблему, и этот вопрос находится на контроле местных органов власти. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».